Все лучшее детям. Поддержка сферы образования среди основных приоритетов в работе Тверской гордумы. На этот раз в центре внимания народных избранников были установка новой системы оповещения в экстренной ситуации и ремонт крыши. Финансовую помощь оказали муниципальные парламентарии Дмитрий Нечаев и Юрий Ануфриев из средств своих депутатских фондов. Подробности далее. 53-я школа весной 2023 года оказалась в затруднительном положении. В связи с ранней весной начала течь крыша. Больше всего досталось кабинету информатики. Его даже пришлось временно закрыть. Он, конечно, был полностью испорчен. Вот. Но ремонт в этом кабинете мы не могли начать до тех пор, вы сами понимаете, пока не отремонтирована кровля. И вот с помощью депутатских денег и плюс еще деньги от приносящей доход деятельности свои, мы смогли решить эту очень важную для нас проблему. По словам директора учебного заведения, важно не только отремонтировать кабинет информатики, но и обновить его материально-техническую базу. Все, что мы делаем, это в первую очередь, конечно, для учеников, для того, чтобы они получали качественные знания и чтобы этот процесс проходил в безопасных условиях. Настал черед обновить компьютерное оборудование, чтобы оно отвечало задачам времени, так, чтобы наши ребята осваивали сейчас самые востребованные, самые перспективные специальности, связанные с IT-технологией, с программированием. И вот для этого мы сейчас стараемся создать условия, чтобы ребята могли поступать потом в самые престижные вузы и уже дальше вставать в один ряд с теми специалистами, которые сегодня двигают вперед нашу науку. На сегодняшний день в этой крупной школе Заволжского района обучается порядка 1400 школьников, 40 классов. Школа учится в две смены и заполнена полностью. Во главе угла здесь не только качественное преподавание, но и безопасность. Для этого в каждом кабинете всегда есть ключ, размещенный прямо возле двери, чтобы в случае экстренной ситуации учитель или сами ученики смогли заблокировать двери кабинета изнутри. Для безопасности школьников в этом учебном году на средства депутатов установили новую систему оповещения при эвакуации. Это дает возможность нам самим регулировать эвакуацию обучающихся сотрудников. Это может быть в штатном режиме, это может быть в экстренной ситуации, когда мы можем руководить и давать какие-то инструкции прямо в ходе вот этого мероприятия. Мы этого ждали, и на самом деле это очень важная вещь. Для этого депутаты Тверской городской думы, в том числе Дмитрий Нечаев и Юрий Ануфриев, из своих депутатских фондов на тверские школы выделили каждый по 500 000 рублей. Значительная часть этих денег была направлена и в 53-ю школу. Депутаты городской думы ежегодно выделяют не менее 80% выделенных из депутатских фондов городской думы всех депутатов на общеобразовательные учреждения и дошкольные учреждения города Твери. Это очень нужно, это помогает развитию наших учреждений и помогает решать проблемы. Дети должны учиться в достойных, современных и, конечно, безопасных условиях. Поэтому участие депутатов городской думы в жизни образовательных учреждений – это важная составляющая решения самых насущных и острых проблем этой отрасли.